Вот буду устанавливать капкан сегодня. Прорубил майну. Здесь у нас получается плотина там. Вот видно, где я шел. Получается, вот оно у него, как сказать, тропа. По каналу он здесь входит посредине, как правило. Вот видно, что наподобие туннеля. Веточки и посреди ходит. Вот майна пробил. Лед уже достаточно толстый. 3 декабря сегодня. Так, вот, готовлю к установке КП-320. Проходной капкан. Вот на насторожку палочку такую делаю. Здесь усики загибаю пассатижами. И расщеп делаешь. И вот палочка. То есть он может на эту палочку клюнуть. И вот еще такая снизу рамка придавляется, когда взводишь капкан. То есть он начнет грызть, эта палочка будет либо на эту палку поведется, если то она будет головой ее заденет, капкан сработает. В таком вот виде буду ставить капкан. Вот в таком виде устанавливаем капкан под лед. Сейчас установлю и будем ждать результат. Стрелка.